Олимпиада в Париже миновала экватор, и едва ли французы гордятся организацией игр. Сотни бездомных все так же живут на улицах столицы Франции, в то время как правительство страны тратит миллионы евро на картинку благополучия, которую пытаются показать всей мировой общественности по телевидению. Все пошло не так уже на церемонии открытия Олимпиады. Из-за дождя люди уходили с трибун, промокнув до нитки. Небесная канцелярия была безжалостна к организаторам, но еще более безжалостны были те, кто на следующий день делились своими впечатлениями от церемонии. В кадре нам показали отрубленную голову Марии Антуанетты, но еще страшнее показалась пародия на «Тайную вечерю» Леонардо да Винчи, где вместо Иисуса и его учеников были бородатая женщина и переодетые в женщин мужчины. Французский епископат выразил сожаление по поводу сцен, цитата, «насмешек и издевательства над христианами». В воскресенье стало известно, что видео с основными моментами церемонии открытия уже пропало с сайта МОК и YouTube-канала организации. Красочное шоу, как все мы услышали, не обошлось без скандалов. Поэтому по 10-бальной шкале, где 10 высшая оценка, ставим организаторам Олимпиады за церемонию открытия максимум 4. Еще более остро перед Олимпиадой стоял вопрос очистки реки Сена, ведь именно здесь выступали триатлонисты. Но справиться с такой задачей, видимо, полностью не получилось. Да, турнир прошел, но посмотрите на эти кадры. Атлетам пройти испытание Сеной хоть и удалось, но какой ценой? Канадского атлета после старта, мягко говоря, тошнило от пережитого заплыва. По сообщениям France24, канадец подал в суд на МОК, так как, по его словам, триатлонист не смог добиться хорошего результата из-за плохого самочувствия после заплыва в Сене. Беднягу вырвало 10 раз после окончания гонки. Добавляют антуража всему этому и крысы в городе, выглядывающие порой из канализации. Поэтому за очистку Сены, а соответственно условия соревнований в этой части Парижа, смело ставим неут. Дальше больше. Вопрос организации турнира по боксу – отдельная история. Она тоже страшная. Речь о женском боксе, где продолжают побеждать трансгендеры. Линь Юйтин, считающий себя женщиной, но проваливший гендерный тест, одолел представительницу Узбекистана со счетом 5-0. Девушка не смогла сдержать слез и не стала жать руку соперницы по окончании поединка. А чуть ранее алжирская спортсменка-мужчина по рождению победила итальянку, которая была вынуждена остановить бой, опасаясь за свое здоровье. Более того, Анжелика Карини объявила о завершении карьеры. То, что сейчас происходит на Олимпийских играх, это позор всех времен, заявил президент Международной ассоциации бокса. Умар Кремлев пообещал, что IBA наградит обеих пострадавших спортсменок как за первое место на Олимпиаде и будет защищать каждую женщину в боксе от гендерной дискриминации. За разъяснением в МОК обратилась и Венгрия. И здесь организаторам смело ставим кол, ведь Олимпиада, прежде всего, это про честный путь к победе. Американский политик Валентина Гомес уже высказалась по этому поводу. У этих трансгендеров должна быть своя категория, потому что раньше, если мужчина бил женщину, его отправляли в тюрьму. Сейчас вам за это дают золотую медаль на Олимпиаде. Это самые ужасные Олимпийские игры в истории. Они высмеяли христианство и женщин. Транспорт для олимпийцев – еще одна отдельная тема, ведь логистика на главном летнем старте четырехлетия крайне важна. И понятно, это прежде всего атлетам. Так, ватерполисты Олимпийской сборной Греции передвинули машины, мешавшие проезду их автобусов в Париже. Спортсмены возвращались с тренировки в Олимпийскую деревню, но оказались заблокированными другими авто, припаркованными на узкой улице. Наш парень Евгений Золотой также попал в транспортный коллапс, двигаясь к своему месту старта. Его автобус сломался, поэтому финал с его участием перенесли аж на целый час. Безусловно, это повлияло на настрой атлета. Благо, белорус справился, принес нашей стране еще одно серебро. В общем, транспортная система в Париже далека от идеала. Здесь максимум ставим 4. Дальше обсудим жилье. Олимпийский чемпион на дистанции 100 метров на спине итальянец Томас Чекон раскритиковал условия проживания
проживания в олимпийской деревне, а также бассейн, в котором соревнуются спортсмены, мол, он медленный. Томас не один в этой критике. Ряд спортсменов высказали жалобы не только относительно качества питания, но также и медленного пополнения запасов еды и нехватки продуктов. Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом олимпийский чемпион Арман Дюплантис вообще отказался от проживания в олимпийской деревне. Вторая главная претензия спортсменов к неудобным кроватям, сообщает Le Figaro. «Я скоро потеряю спину», написала австралийская ватерполистка Тилли Кернс в социальной сети. «Настоящие картонные кровати, они очень жесткие», отметила легкоатлетка Уитни Ти из Кот-д'Ивуара. Поэтому за комфорт атлетов в олимпийской деревне с натяжкой поставим 4. А вот кому мы, белорусы, сегодня точно и заслуженно поставим высшую оценку 10 баллов, так это Ольге Анатольевне Власовой. Главному тренеру сборной Беларуси по прыжкам на батуте 2 медали из 2 возможных – золото и серебро. Несмотря на все санкции и палки в колеса от Международного олимпийского комитета, результат потрясающий. Отныне белорус Иван Литвинович – единственный на планете Земля двукратный олимпийский чемпион в этом виде спорта. Говорим спасибо Ивану за работу и юной Виолетте Бородиловской. И, конечно же, снимаем шляпу перед Ольгой Анатольевной. Олимпиада продолжается, и мы вместе болеем за белорусов. В главном эфире Станислав Липский и Алексей Юнаш.